Всем привет, я Дюра, дает прогноз на матч первого тура Лиги Наций Латвия-Андорра. Статистика команд. В последних 15 своих матчах сборная Латвии 11 матчей отыграла, но обе забьют нет и 8 на тотал меньше. Было 11 поражений, 3 ничьи и 1 победа. Андорра. В последних 15 своих матчах сборная Андорры 12 матчей отыграла, но обе забьют нет и 9 на тотал меньше. Было 10 поражений, 4 ничьи и 1 победа. Как видим, обе команды львиную часть своих матчей проигрывают сухую. Небольшой крен в сторону низовых матчей. Неким диссонансом смотрится последняя победа сборной Латвии над австрийцами. До этого за последние 2 года команде Казакевича удавалось отбирать очки у сборных Казахстана и той же Андорры. Андорра разок обыграла Молдавию и отбирала очки у Казахстана, Грузии и Албании. Соперники в последнее время провели 4 матча, дважды играя в одной отборочной группе. 2 последних матча в Лиге Наций закончились на 0-0, а в отборе к чемпионату мира 2018 года прибалтийцы дважды обыграли Андорру в сухую. Таким образом, сборная Андорры не забивала ни одного мяча в ворота Латвии за последние 360 минут очных матчей. Неудивительно, что буки ставят явным фаворитом на эту игру хозяев. Имея на руках такую статистику, ничего другого на этот матч в плане результативности, как тотал меньше обе забьют нет, вряд ли можно что-то придумать. Если выбирать что-то одно из вариантов тотал меньше обе забьют нет победа первой команды, то, пожалуй, предпочтение стоит отдать именно тотал меньше 2,5, хотя бы по той причине, что этот маркет имеет самый высокий коэффициент из предложенных 3. В то же время нельзя отбрасывать потенциальную возможность счета 1-1. Вероятность такого развития событий невелика, но не так уж и мала. Андорра нет-нет, да и выдаст пару голов в ворота Албании, например. Победа хозяев также является скользкой ставкой. Последние 2 очные матча этих команд прошли до 0-0. А как известно, Бог Троицу любит. Поэтому дядя Юра останавливает свой выбор на тотал меньше 2,5 за 1,57. 3 гола на двоих эти команды вряд ли забьют. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядя Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы и болейте только за свою любимую команду.